Так, народ, ну что, возвращаемся в прямой эфир и поехали, ну, блядь, дальше за турниры под названием Flag League. У нас сегодня вторая катка третьего игрового дня. Ну, играют две команды, Кликшторм против команды YOLO Supreme. Вот так вот. Ну, видим, что уже оперативно сделают капитаны команд пики. Давайте взглянем, что будет происходить. Итак, быстренько по банам. Минус Разор, минус Деспрофит, минус ТХД, минус Инстапарейшн, Брюмастера, Тайтхантера, Пугну и Дума забанили ребят из Кликшторм. Ну и в пиках Суприм забирают себе Ликантропа, Деспрофит, Эмбер Спирита. И Кликшторм и Шадоу Шамана Тинкера Ио. Воу, уже грозные пики. С одной и с другой стороны, я уже чувствую, что вот те самые пики, которые более-менее часто встречаются в профессиональной дотасцене, и будут они, эти пики, у нас в этой карте. Это значит, что команда подготовлена на все 100% и будут нас чем-то удивлять, каким-то интересным исполнением. Ну что ж, поглядим. Ну вообще, да, то есть что мы имеем? Мы имеем очень жесткий пуш в исполнении ребят из YOLO Supreme. На пик Ликантропа ребят из Кликшторм ответили пиком Тинкера, да, то есть Тинкер самый лучший, по-моему, аутпушер для всех, что можно было придумать. Ну и это очень будет интересное противостояние, скажем, пушеров против антипушеров. Ну, блин, конечно, тяжеловато Тинкеру будет, то все-таки там Ликантропа, значит, профит, жесткие сплиты такие, там некрономиконы и прочая гадость. Тут еще Эмбер Спирита Суприми себе забрали. Ой-ой-ой, жесткий пик у них. Очень жесткий, классный пик. Ну, Эмбер Спирит, понятное дело, пойдет на Смит. Значит, профит сложный. Ликантроп у нас как керри в триплу. Да, скорее всего, у нас такие расклады. И как бы суппорт вообще нужно напикать Суприм. Ну, а Кликшторм, конечно, тяжко. То есть здесь важно взять какого-то жесткого героя к Ио. Вопрос какого? Ну, тени сразу напрашивается, да, то есть какие-то врывы для того, чтобы там, я не знаю, ловить Nature's Prophet того же самого Ликантропа, как-то нужно его будет очень быстро сгрызать. Вроде как тени с Аганим с задачей справляется. Ну, и будет ему помогать. Что называется, будет работать курьерчиком таким, доставщиком тиммейта на определенную точку карты. Ну, Shadow Demon, это понятное дело, то есть суппорт, который, по сути дела, более-менее контрит эти перемещения от Ио и так далее, да, то есть моментальные какие-то дисрапшны и прочая гадость. Да, вот тот самый Тайни у нас заезжает в пик команде Кликшторм. Ну и по одному бану осталось сделать. Так, что же у нас может получиться? Ну, по идее, Тинкера можно отправить на сложную Ио Тинни в мид. Шадоу Шамана с качестве суппорта в легкую. Плюс какого-то Керри еще взять на всякий случай к Тиннику. Как вариант. Но Супримы решили, что Ио Тинни, Шадоу Шаман низ, Тинкер мид и Ио Флэнер не хватает. Заманили Бристал Бека. Так ли это? Посмотрим. Ну, по идее, сейчас еще должен отправиться в банку этот суппорт. Ну, может быть, какая-то Мирана, возможно, заедет к Суприм, да, под Шаду Демона. То есть, начальная связочка будет тоже достаточно хорошая, чтобы там бегали и ромили. Может, какой-то Лишачок, опять же, усиливая пуш потенциал своей команды. В общем-то, варианты есть. Да, Лишака банят. Ну что ж, будет ли это Мирана? Это будет Цинкинг. Ну, как альтернатива. Хорошо. Ну и Мак, капитан команды Кликшторм, думает над своим ластпиком. Ну, вариант Ио плюс Тинни в бит против Эмбер Спирита мне очень нравится. Потому что Эмбер Спирита нужно добить поначалу, Ио плюс Тинни будут спокойно справиться с задачей. Тинкер на сложной вполне комфортно стоит, абузит ботл там, ну, выдает свои марш-машинцы, вроде как нормально. Да, и все-таки Джиггернаут. Джиггернаут у нас пятым пиком от команды Кликшторм, есть альтернативы такой запасной, скажем, семикерри. Шадоу Шамана на легкой постоит, например, и пофармит. Ну, что ж, хороший выбор героев у той и другой стороны. Будет война, стратегия, что называется, да. Вот я впервые за эти три дня вижу именно уже в драфте какой-то осмысленный пик. То есть уже какие-то интересные мысли, интересные заготовки, интересные стратегии. И вот главное, чтобы сейчас ребята реализовались с той и с другой стороны, чтобы нам подарили действительно красивую, интересную дотку. Ну что, ребята, разбирают себе героев, поехали смотреть.
Я думаю, будет очень интересно. Итак, ставим топи тотнета. Бабуншки у нас играет на Джаггернауте. P1 у нас на Тине. ЗЗшечка будет играть на Ио. Ямаха на Тинкере. Синечка исполнит на Шаду Шамане. Ну, этих ребят я знаю, может быть, вы вряд ли знаете там. Ну, может быть, Ямаху кто-то знает, да? Но этих ребят я знаю чуть получше, чем остальные команды, которые уже участвовали на флаг-лиге. Потому что эти ребята с города Казань. Вот, ну, собственно... Так, ребята, секунду кота выпущу, сейчас продолжу. Все, кот больше мне сакастить не будет своим пением. Так вот, эти ребята с Казани находятся, да, то есть я лично знаю там, лично видел, скажем, троих из них, четверых даже из них видел. Я просто не знаю, кто такой Тиня под фейком сидит, сейчас я прочекаю его профайл. Может быть, тоже кто-то знакомый. Ну, не знаю, нет, не знаю, кто такой. А, вот, ну, ребята из Supreme я не знаю. Ага, там какие-то проблемы в скайпе, видимо, с коннектом, с коммуникацией внутри команды. Окей, ждем. Так, ну и ребята из Supreme. Evil Good будет играть на Shadow Demon. Что 11 на Ликантропе. VRM... Rap Mage. V-Rap Mage. Вот так вот, Rap Mage. Играет на Sinking. Gentleman's Quarterly играет на Nature's Prophet. Ну и Low Skill Player играет на Ember Spirit. Да, ну и посмотрим. Рэп Дота против Рэд Дота. Пуш против Аут Пуша. Жесткое противостояние. Тини против Эмбер Спирита или Контропа. Тини против Джиггернаут даже. Ну, уже как минимум интересно. Да, ребят, также пока напомню, да, что мы с вами смотрим прежнюю трансляцию на нашем официальном канале twitch.tv/adequat. Также посещайте официальную страницу этого турнира vk.com/flagleague. Там какие-то розыгрыши проводятся на брелки и прочее, что будет отдано потом на лане, собственно, 16-17 августа в Москве. Ну и смотрим, только пока у нас пауза стоит. Да, кстати, хотел еще напомнить там, что предыдущие игры этого турнира, они уже находятся на моем YouTube-канале youtube.com/adequat.tv, я думаю, найдете, если вам интересны какие-то записи, можете прочекать. Ну и, понятное дело, сегодняшние вводы у нас тоже появятся на канале, ну, наверное, совсем скоро. Начинается какое-то рисование у нас от игроков. Как обычно это бывает. Ну и пауза что-то какая-то жесткая. Слишком долгая. Оба, ну что, наконец-таки паузу отжали и поехали смотреть. Ну что, прав ли я был в плане расположения линий? Угу, ну пока непонятно. Но, судя по всему, Тинкер все-таки в легкую пойдет, да? Вместе с Шаду с Шаманом на сложный Джаггернаут, что ли, будет. Ну да, с сапогом Джаггер будет. Интересное решение. Ну а Ио плюс Ти, непонятное дело, будет у нас миду. Ну, кстати, тут уже начинаются вот эти вот прогрызания деревьев. Это нужно для того, чтобы Ио спокойно мог делать двойные стаки там. Но все это делать и не будет выфармливать. Ну, достаточно стандартный такой мув. Так, на тизере аккуратненько все сделали. Да, ну и теперь можно спокойно отводить. Так,
Так, ну, в растерянии Nature's Prophet пришел, поставил бордец такой, отправил пеньки. Ну, чекает, ну, собственно, обстановку, думает тоже и решает, собственно, кто же будет стоять у нас на легкой линии. Ну, кто бы ни стоял, опять же, Nature's Prophet будет и так, потому что и просто. Нужно будет ждать крипов. Нужно будет не выходить из-под своего тавра, иначе будет смерть. Так, ну и рун дабл дэмэджа. Ну, пока видим, что не палится эта руна командой Supreme. Поэтому какой-то ганг, может, из сенечки был бы внезапным. Ага, ну вот уже пенек пошел отспуливать крипов, но не особо-то это получилось. Я маг спокойно тинкером, просто крипов подобивал. Этого крипочка убил, да, ну и все. Ну, тут фордец стоит. Нет, обсерва сейчас шаду шамана спалил. Вообще, даже на руку вот этот вот отвод получился для тинкера. Все-таки, пока крипы занимались тем, что сделали вот такой вот крюк. Они, видим, что пришли на линию немножечко позже, естественно, вот встретились возле тавара Тинкера. А ему это только на руку, спокойно стоит, крипов будет добивать, опять же, значит, Профит остался без крипочков. Так, на середине на бабушке была попытка вылезти, но тут такая себе попытка, Shadow Shaman плюс Инкинг. Понятное дело, что Ликантроп особо ничем помочь не может пока, дает он хауль, пытается бить крипов. Ну, а в принципе, Джиггернаут такой герой, который имеет, по сути дела, эскейп, пить вот этого... А Блейд Фьюри, это вот танцы мечей. Пробивает его Shadow Shaman, правда, неприятно, нет у него какого-то стаут-шилда, но, тем не менее, куча хилочек у него имеется, и вот так вот играет достаточно агрессивно. Получает, ну, пытается получать по-прежнему максимум XP и денег. Так, ну, мид у нас. То самое противостояние Эмбер Спирита плюс Тини. И Ио, по идее, Ио плюс Тини здесь должны просто доминировать. Тяжеловато должно быть Эмбер Спириту. Пока прокачал, видим, Searing Chains. И фисты взял себе тоже. Вот засыпочки первые пошли. Ну, видим, отходит от стандартного, скажем, скилл-билда Эмбер Спирита, не прокачивает Флейм Гвард, обычно делает упор именно на этот спелл в последнее время от профессиональных игроков, но тут решил, что ему нужно фисты. Ну, в принципе, есть в этом определенный смысл, когда ты крипам толком подойти не можешь, а добить крипочка хочется, то где-то даже фисты, в принципе, могут помочь. Nature's Prophet потратит свою последнюю ману на вызов пеньков, отправляет их в долгое-долгое путешествие. Тяжеловато, конечно, ему играть. По-прежнему уровень первый, без крипов, без XP, без ничего здесь находится у нас Nature's Prophet, и ему невероятно сложно. Значит, подойдет, наверное, за первую крипочку получит XP, даже еще и денег получил, какой-то он жесткий. Ага, здесь потому что Сенечка был занят пулами. Сделал дабл-трипл стаки, мы видим, и отводит. Много-много денег отсюда вывезет сейчас Сенечка. Ну и точнее, много XP. И главное, XP, чтобы левел получать, и чтобы Тинкера, собственно, эту XP не красть. Сапог появляется у Ямахи, ну, конечно же, на фаст. Boots of Speed. Точнее, Boots of Travel. Маша машинца уже на 2, ведь на первый лазер у него появляется. Ну, все достаточно дефолтно пока. Ну, я знаю, что Ямаха играет очень-очень плотно, очень потный игрок. Тинкер — это одна из его, наверное, коронных персонажей. Так, у нас теперь не вылазка от Supreme. В мид на Тине попытаются здесь напасть. Хорошо, есть Disruption. Soulcatcher пошел, Flame Guard. И стан хороший, а Тине потрясающе ее подтягивается. На развороте тассирует. Это First Blood команды Кликс на Тине. Тини все-таки погиб, идет до конца лоу-скилл плеер, не добил он здесь Ио. Один в один размен, но опять же ФБ за ребятами с рейдин, поэтому этот ганг, скажем, даже в пользу их получился. Да, здорово. Ну и Тини моментально возвращается, левел 4, конечно же, все окей. Там у нас Ио, смотрите, наделал себе стаков. Вот они просто потрясающие стаки, используя не только одних спирицев. Ну... Все окей, фарма там будет много, много денег можно будет вывести. Так, вот как только суппорты сбежали, бабушки, начал снова чувствовать себя великолепно на линии. Подходит, даже добивает каких-то крипочков. Стики у него появляются. Disruption пошел, сейчас будет стики. И сразу Blade Fury, должен быть стики Blade Fury. Стики Blade Fury пошли и должен убегать. И убегает, да. Немножечко, конечно. Ой, да ладно, поймал что-то поздно, отъехал бабушки, здесь ошибся. Нереально ошибся, Тирене Мерспирит дерется против Тини Ио. Ну и понятное дело, что здесь Эмбер Спирит в корне был неправ. Один против двоих — это не самый хороший. Не самое хорошее решение идти и драться. А понятное дело, ты вроде бы видишь лоу хпшного Тини, ты хочешь его забрать, там включаешь абсолютно все, получаешь прокасты, Ио, тот самый Ио, просто на тизере и подхиливает. Подхиливает своим батлом, и ничего с этим не поделать нельзя. 2-2. Так, Сенечка левел 2 апнул, прожимается смог, попытка в мид убить еще раз, например, Эмбер Спирит, у него уже есть одна смерть.
Так, местами потянули. Хорошо, засыпочка. Это был отличный байт. Сеточка ловит нас. Сеточку. Был шат дисрапшн. Дальше пробивается руки Эмбер Спирит, пытается уйти. Тосы. По двоим. Дэмэджа не хватает. Просто не хватило немножечко дэмэджа. И побоялись кликс идти дальше. Да, очень агрессивная игра с одной и другой команды. Интересно, кстати, понаблюдать. И у нас отлично перемещаются суппорты команды Supreme. И от ребят из Кликшторм тоже неплохо двигаются. Интересно. Так, Тинкер левел 6, третий марш машин, второй лазер пока. Видим 1600 монет. Да, Пуцов Тревел не дофармил. Но, кстати, сервер варты, опять же, не подставляется у нас Nature's Profit под эти перемещения от Сенечки. Сенечка у нас левел 2. Ну, вот первая вылазка в мид она была, конечно, но не особо-то результативная. Так, Атини покупает 30 на Hand of Midas. Бабуншке левел 5 пришел после смерти. Пытается тоже найти противника, что ли, чем тут занимается. Просто наводит какой-то шорох на карте. Много-много вижен стоит у ребят из Supreme. Видим вот этот вот отличный вард на хайграунде. Видим вот этот вот вард на руне. И дает нам хорошую инфу. Теренем все-таки поставил Nature's Profit. Да, и наказал его здесь Сенечка вместе с Ямахой. Слишком далеко вылез. И, естественно, был наказ. Теренем у нас пытка атаковать Тини снова была. Неуспешная. И он залетает прямо на голову. Хорошо! Убивают они здесь Эмбер Спирита, приходят еще и бабушки, раскручивается до минус 2 в исполнении команды Кликшторм. А если посчитать и на всех точках карты, то это минус 3 было. 5-2 вырываются вперед. Хорошие выпады снизу и на миде. Но опять же, слишком уж откровенно вперед быкует товарищ Эмбер Спирит. Неоправданно быкует, прямо скажем. Идет он на Тини плюс Ио, за это был уже наказан дважды. И, кстати, ливанул с игры. Видим какие-то проблемы, дождемся его переподключения. Пауза, пауза, пауза. Что поделать? Так, надеюсь, у нас, собственно, вернется. Товарищ Эмбер. Так, что там, кстати, у Ликантропа? Вроде стоит на линии хорошо, даже у него один ассист имеется. А, и там, где они наказывали бабушки на Джиггернауте. Ну, а скрипами у него 27 на 17, топ-3 КС на карте. Покупает, видим, Владимир первым же артефактом будет приобретать. Ну, и, скорее всего, будет пытаться как-то сплитпушить. Бербеца. Ну, что это за звуки такие страшные? Это у нас Сэнкинг через Сэндшторм. Пытается бить крипов. Ну, надо фармить, конечно, быстрый даггер себе, или хотя бы Аркин Буцы, пока только есть сапог, левел 3, не очень удачный ганг в мид, и есть только одна смерть, мы видим. Тяжеловато начало. Такое же, в принципе, Джиггернаут, не самое хорошее начало. Ну, вообще, у Кликшторм все хорошо, единственное, что у Джиггернаута были небольшие проблемы. Бегает по-прежнему левел 5, получит левел 6, и будет более полезен своей команде. Ну ладно, ждем возвращения. О, теперь подключился Эмбер Спирит. Отлично, отлично, отлично. Поехали смотреть. Go-go-go. Так, вот я вижу, в слэше появляется утинник Амидас. Достаточно ранний. 2-1-2 у него КДА. Виспа вообще 1-0-3. Все шикарно.
Так, ну и вниз у нас ТП от Эмбер Спирита. Что-то они здесь затеяли интересное. Тинкер уже летает на Boots of Travel. На бабоночке. Получить бы экспу. Буквально не хватает 2 экспы. 2 пунктика, и будет ультимейт. С ультимейта можно будет кого-то вырезать. Так. Приходит Тинкер. Хорошо, Сенечку зажимает на Эмбер Спирит. Хорошо, здесь байтил на себя. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус 3 сейчас профит, 1-1 пока размен. Пошел у нас Disruption Soul Catcher. Все это на Ямаху. Ямаху пытается забрать. Отлично здесь наставится бордец. Хилинг фарт очень жесткий. Есть лазер. Пока живет Эмбер Спирит, последнюю плюху нужно дать. Отбивается батлом. Ямаха не добивает его. Сэнкинг пришел, подкапывает Ямаху. Ямахи большие проблемы. Хилинг фарт, как же он много делает у нас в этом замесе. Посмотрите, выхиливает Ямаху. Приходится на Just Profit и не добивают бабушки, раскручивается Эмбер Спирит, минус EU, прилетает там вместе с Тиньком, посмотрите, что творят Крикшторм, что они делают, это да! Даблкил, прилетевший сюда на релокейте, ее плюс Тинь не сооружает, пытается уйти на все временем на Just Profit, бабушки, не смог бы его ничем остановить. Потрясающая драка, 9-3, и, блин, как живет этот Тинкер. Да, Solar Ring, Boots of Travel, все у него отлично, 2-0-1. Ну и, конечно же, все отлично у Виспа. Посмотрите, 3.03 у него статс. Сапог Ботл, 1500 монет, левел 5. Левел 6 уже. Так, ТП, есть ультимейт у бабушки. Рассказ моментальный, Эмбер! Снова был неправ. Ох уж эти наглые ТП от противника. Наказан. В очередной раз наказан. 9-я индустрия пошла. Тини. ПТ Мидас. Урна появляется у нас у Ио, левел 7. Шадо Демон здесь бегает. Пошел ставить варды. Осторожнее надо быть. Бабушки ультимейт свой уже тратил. Ну, 2-1-2 у него. Было все очень плохо, он бежал вот вниз со счета 0-1-0, не хватало экспы ему до левела 6 до ультимейта, а сейчас он возвращается с этого нижнего лейна, он уже почти 8. 2-1-2 стало. Нереальный буст, конечно. Все отлично. Так, Сенечка на топе у нас получается получить экспу, но это нужно для того, чтобы появились у него борды. Ну и в целом, чтобы помогал своей команде тоже подпушивать товара. Ну и вы знаете, с таким вот, казалось бы, пуш-пиком команда Supreme не снесла еще ни одного товара за 9 минут. Это уже показатель. Показатель того, что что-то в этой карте у них идет не так. Фисты пытается рассказ сделать снова в тени. Снова ошибается у нас Эмбер Спирит. Нет, на этот раз его не наказали, но и фраг сделать Эмбер Спирит не мог. Снова идет жесткий подхил. Абуз ботла, ЗЗшечка. Свое дело знает. Так, Мидас. У нас появляется, я так понимаю, Брейсер. Будет у него также Magic Wand. Ну, сперва Drama Fenger, значит, потом уже гоним. Или Контроп. Сапог Владимир. Пока в этих схватках он не участвовал вообще. Так, Теремсенечка может ошибиться. Да, есть Disruption. Soul Catcher пошел. А где? Где у нас Синтик находился в это время? Ай-яй-яй. Отличная возможность была забрать Шаду Демона. Не воспользоваться. Шаду Шаман, точнее. Не воспользоваться. Бабоночки остался на нижней линии теперь, мы видим, да? Ямаха все-таки линию покинул, но сейчас он больше фарма вывозит с лесов, вот такие вот, таких вот так сразу 3 спауна он здесь выфармливает за счет одних маршал машин, вот эти вот 3 спауна. Хороший достаточно мув такой, стандартный для тинкеров, ну а бабоночки в то время пользуются отсутствием тинкера на лейне и фармит, просто фармит. Фармит также тени в миду. Сенечка на топе получает экспо, получил себе уже уровень 6, есть у него на ультимейт. Ямах 1400 уже сверху. Ну, скоро будет дагер. Так, Эмбер Спирит нашел руну дабл дэмэджа. 1-4-1. Мне сюда хорошо. Лоу скилл плеера. Л8. Сейчас они еще и теряют, ребята, из Supreme Tower по миду. Но снизу тауэр-то они потеряли. Да, и по миду, скорее, тауэр уже не спасти. Хотя есть гриф фортификейшн. Не успевает его провязать. Приходит у нас на ТП Эмбер Спирит. Что буду делать дальше? Приходит у нас на Boots of Trail. Теренем Тикер. Тикер сейчас поможет своим ребятам. Disruption получается. Кик подкопал. Зря подкопал или нет? Зэшку все-таки убили. Не страшно, делает рассказ, Мастинник убивает на Сэнкига. Ну и вроде все окей пока. Подвязочка пошла, Сейлинг Чейнс, Тинни дерется до конца. Тинни, что творит Тинни, Тинни? Ой-ой-ой, тассирует, идет до конца просто. Делает даблкил, но умирает сам. И Шаду Демон, скорее всего, тоже погибнет. Ну просто бабушке подошел и мечом разрезал. Ну в итоге получилось 2 в 2 размен. Вот так вот. Ну, блин, не самый лучший размен для ребят из Кликшторм. Все-таки не потеряли стрик, потеряли Ликантропа. Сенечка! Эти потрясающие сеточки бай и Сенечка. Шеклс от бога просто. Надо записывать хайлайт. Я этот фейл тебе буду помнить долго. Прям в ПМ ему сейчас и напишу. Дно. Просто дно. Покупай такие бутсы. Ну, или, я не знаю, волнуется, может, ручки трясутся. Бывает такое. Ладно, что страшного, 13-5, 12 минута встречи. Бабушки идет наглую на Just Profit, ждет, когда он останется без скрипочка, чтобы ультануть. Но тут тоже прекрасно понимает. Тут, да, решил просто раскрутиться и так собрать. Ну, тут не важно, как сделать фраг. Четвертый фраг подряд от бабушки. Джиггернаут имеет 2400 уже левел 11. На него пошла атака, кстати.
Так. Двигается. Хорошо. И тут сиренем релокейт. Бабушке надо жить. Бабушке, живи, бабушке! Подхилить его пытается. Бабушке ультанул на развороте. Минус 2. И еще не простят еще одного демона. Эти кликшторм, конечно, отыгрывают просто классно. 17-5. Так, на топе. Ямаха прилетел, лазер. На дагере, Ямаха до конца. Ракетки пошли, и таких он не отпускает. Сенечка, спасаться от волков. Что делать, Сенечка? Паника, паника, Сенечка, смог, провязал. Да, и спасает себе свою жизнь. Хорошо, с низтырением падает тавр. Тини там уже. Point Booster себе купил после драмы Фенджерс. Ну, тут догонимо 2-300 осталось. Хедресочка есть у нас у Ио. Скоро будет готов мне Канзм. Ну, если против только с ПТ, мы видим левел 5 даже, беда. Снизу, подкоп, Зэшку пытается убить. Спирится, конечно, он бешеный дэмэдж наносит и выживает, Зэшка, да ладно. Идти не на развороте. Буду для кого-то еще убивать, да. Тут я увесистые плюхи по шоту демону. Зэшка снова получает силинг чейн, Зэшка все-таки лопнул. Ну, и здесь загулял. Загулял Тиня, сейчас делает раскаст. Хорошо, рядом еще и Тинкер должен быть, по идее. Тини будет наказан. ГГ, пишут ребята, что тут делать. Ребята из Supreme. Да, убили они Тини, но игра уже, по сути, проиграна на всех фронтах просто. Тут ребята из Кликшторм разорвали своего оппонента. Потрясающая игра, на самом деле, один из лучших реализаций, наверное, вот этих вот Ио плюс Тини, плюс Тинкера. Все в одном флаконе, что называется. Блистательная игра, действительно, поздравляем их с победой, они отправляют следующий этап. Жалко, команду Supreme, достаточно неплохие ребята. Шарят в плане драфта, но попались они против Кликшторм и, к сожалению, отправились наверно. Что называется, точнее, выбыли из турнира, если быть точнее. Ну ладно, ребят, собственно, вот так вот у нас заканчивается сегодняшний игровой день. Было интересно посмотреть, я думаю, вам понравилось. Воды появятся в ближайшее время на нашем YouTube-канале. Ну а к флаг-лиге мы вернемся, наверное, уже завтра. Опять же, в вечернее время ожидайте. Ну а с утречка, опять же, пабы, все вроде бы дефолтно, все стандартно. Ну а как иначе? Не забывайте подписываться на канал, фоллоуйте, сабскрайбтесь. В паблике будет информация вся, vk.com/adequat.tv. Если вам нужны сеточки и прочая инфа о турнире, то это vk.com/flaglig. Ну... Услышимся уже в ближайшее время, ребята. Долго не прощаемся. Приятной ночи.